Ник духовный. Часть первая, кассета первая. Пункт восьмой. Внутреннее и внешнее богопочитание. Человек состоит из души и тела. Поэтому и отношение наше к Богу, как к существу всесовершенному, виновнику нашего бытия, спасения и блаженства, должны выражаться не душою только, но и телом. Или иначе сказать, богопочитание наше должно быть не внутреннее только, но и внешнее. Если в дереве есть жизнь, то жизнь эта по необходимости обнаруживается. Дерево покрывается листьями, цветами и, наконец, плодами. Так и внутреннее богопочитание, истинное, живое, действительное, по необходимости соединено бывает с внешним богопочитанием. Кто не знает тесной связи между движениями души и их обнаружением? Кому неизвестно, что человек, преобладаемый каким-нибудь сильным чувством, не может вовсе утаить стремительные движения своей души? Если хотя один сострадательный к бедному, который не выражал бы своего сострадания какими-нибудь внешними знаками, если хотя один нежный и почтительный сын, который не обнаруживал бы своей покорности родителям, какой народ, уважая царей своих, не свидетельствовал им своего уважения какими-либо внешними действиями? Отец богатый и не достигший еще преклонной старости не нуждается в том, чтобы дети его, пришедшие уже в возраст, сделали ему приношение из приобретенного ими имения. Но ему приятно бывает, если они делают это, потому что в этих действиях он видит знаки усердия и любви их к нему. Подобным образом и Отец Небесный не имеет нужды в наших жертвах, одном из знаков внешнего богопочитания, но с благоволением взирает на них, если они выражение нашего усердия, благодарности и любви к нему, доброхотно дающего любит Бог. Любовь — это первое и главное чувство, каким должно быть запечатлены все наши отношения к Богу. Но любовь холодная, ничем не выражающая себя, ничто иное есть, как пустой призрак, безжизненное изображение, подобное живописному изображению огня, который при всей яркости цветов не светит, не согревает. Потому что если вера, по свидетельству апостола, без дел мертва, то каким образом любовь может существовать без них, любовь, от которой самая вера заимствует свою силу и действенность? Если холодна наша любовь, холодна бывает и деятельность наша, блаженный Августин. Внешнее богопочитание, служа выражением внутренних, объемлющих душу чувств в отношении к Богу, вместе с тем поддерживает эти чувства, укрепляет их и усиливает. Оно так же необходимо, как кора и листья, эти наружные украшения дерева, необходимы для жизни и целости самого дерева. Дерево без коры увядает и засыхает, так и внутреннее богопочитание без внешнего ослабевает и вовсе уничтожается. Для чего сажают фруктовые деревья в саду? Конечно, для того, чтобы собрать с них плоды. К чему же листья? Они только наружные украшения дерева, но если бы оборвать их, то и дерево засохнет, и плодов не получите. Так равно, если бы уничтожить и внешность в богослужении, действующей на воображение, трогающую душу, то и внутренность скоро охладеет. Как внутреннее богопочитание не может существовать без внешнего, подобно дереву, лишенному коры и листьев, так и одно внешнее богопочитание без внутреннего не есть истинное и действительное. Оно подобно телу без души, или фигуре человеческой, сделанной из воска, которая имеет образ человека, но в действительности не есть человек. Внешнее видимое благочестие без внутреннего есть лицемерие и обман. Святой Тихон Задонский. Внешнее благочестие без внутреннего — то же, что ножны без меча. Смешон тот воин, который одними ножнами вздумал бы сражаться с неприятелем.
Смешны те люди, которые над плотью и миром хотят восторжествовать одним наружным благочестием. А если они думают таким благочестием угодить Богу, то они жалкие существа. 9. Звания и обязанности христианина. Христианина не исповедание одно, но вера и нрав в вере сообразной делают истинным христианином. Тихон Задонский. Нельзя быть христианином, не живя по-христиански. Кто не живет истинно по-христиански, тот находится в состоянии нравственного идолослужения. Он или бывает жертвой твари, работая вместо Бога богатству, боготворя чрево, или, напротив, поставляет себя идолом и требует себе в жертву всего, что земля производит, Филарет Московский. Имя христианское, без жизни христианской, есть лицемерие. Христианин, будь, а не кажись. Вот одно из важных для тебя правил. Как Иуду, имевшего зловредные мысли, намерения и предприятия, наименование апостола не защитило от вечного наказания, так и нас звание христианина не искупит от подобной же казни, если мы не будем провождать жизнь нашу по закону Христову. Звание христианина высоко. Много надобно трудиться, чтобы выполнить его. Христианин, который не успевает в христианстве, не есть христианин. Христианин не должен удовольствоваться тем, что он умер для грубого идолослужения, для шума света, для праздности, для изобилия жизни, для пышности, гордости и прочее. Кто хочет из старого света плыть в новый, для того недовольно войти в корабль и взять направление к новому свету. Но он должен беспрестанно плыть вперед, пока действительно его не достигнет. Точно так же бывает с ветхой и новой жизнью. Если внешняя жизнь ветхого человека должным образом очистилась, то мы должны стараться, чтобы совершенно облечься в нового человека, совершенно очиститься и просветлиться во внутренней глубине души. Христианин должен постоянно идти вперед, но очень полезно по временам обращать свое внимание и назад, на прошедшее, чтобы худого не повторять. Преступление загладить слезами покаяния, начатое доброе усовершить. Истинная честь христианина есть слава Божия, истинная ревность о чести есть пламенная любовь к Богу и к ближним. Христианин не должен знать ни одного врага во всем мире, хотя бы мир не давал ему ни одного друга, Филарет Московский. Христианская жизнь вся не иное, что есть, как всегдашнее до кончины жизни покаяние. Христиане или отрекаются от наслаждения, страждут лишением, или, попуская себе наслаждение, должны страдать раскаянием. Нераскаянный христианин будет судим гораздо строже язычника. Не столько хулится Бог нечистой жизни язычника, сколько развращением христианина, святой Златоуст. Богатые христиане, если они христиане истинные, совершенно бедны, потому что в сравнении с благами небесными почитает все свое золото прахом. И то не составляет их богатство, чем они нисколько не увеселяются. Блаженный Августин. Христиане, подобно путникам, могут неукоризненно пользоваться земными своими стяжаниями, как бы путевым запасом на время странствия своего к небесному Отечеству. Не должны только слишком дорожить ими, пристращаться к ним и прилеплять своего сердца. Христианин должен по возможности ограничивать свои нужды. Трезвость и умеренность – самый лучший запас, который можно взять с собой на дорогу к небу, Климент Александрийский. Бедный тот христианин, который хочет в мире всем обогатиться, Тихон Задонский. Бедный тот христианин, который много всем мире ищет и запасает, он же. Истинный христианин тот, кто носит Христа в сердце своем. Ава Леонтий.
Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, святой Иоанн Лестничник. Святой Григорий Ниский сравнивает христиан с живописцами. Каждый из нас, говорит он, есть живописец собственной своей жизни. Наша душа есть как бы полотно, добродетели – краски. Иисус Христос есть образец, с которого мы должны списывать. Прекрасное сравнение. Как живописец имеет в уме воображение перед глазами предмет, который хочет представить на полотне, так христианин при всех своих действиях должен устремлять взор на Иисуса Христа. И как кисть, водимая рукой живописца, кладет на полотно цветы, подобные тем, какие он находит в образце, так воля наша, вспомоществуемая благодатью через исполнение добродетелей, усматриваемых в Иисусе Христе, силится напечатлеть Его образ в душе нашей, и мы становимся более или менее христианами, смотря по тому, более или менее сходство имеем с Иисусом Христом. Истинный христианин есть постоянный крестоносец, и христианская жизнь – непрерывное крестоношение. У всякого христианина должен быть свой крест, как у странника свой посох. Если ты не хочешь взять креста своего и идти за Иисусом, или исполнять то, что Он заповедал, то будь уверен, что ты не христианин, хотя и ходишь в христианскую церковь. Христианин, который носит крест свой с прискорбием, а не с радостью, не понимает еще цены его. Как крест Христов есть дверь царствия для всех, так крест христиан есть ключ царствия для каждого сына царствия. Филарет. Прискорбно, тяжела для плоти жизнь истинного христианина, но она зато получает в себе обильнейшую награду и достойное возмездие от праведного мздовоздаятеля. Христианин проводит жизнь в сокрушении, зато умирает в радости. Христианин может с дерзновенной радостью говорить себе, ввиду самой смерти, приближающейся к нему: «Смерть, где твое жало?» Истинный христианин отказывает себе, живя на земле, в чувственных удовольствиях, которыми мир угощает своих рабов и поклонников. Но по смерти зато он сподобится таких благ на небе, которых не только здесь, по выражению апостола, око не видело и ухо не слышало, но которые и на сердце человеку не приходили, каких и вообразить, и представить себе невозможно. Христианин на земле еще получает в себе утешение от Бога, заставляющее его забывать и как бы не чувствовать те скорби и лишения, какие составляют удел всякого последователя Христова. Истинный христианин радуется и в страданиях, благодушествует и в скорбях. «Укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся», говорит о себе, говорят последователи Христовы. Христианин ненавидим бывает от мира, зато любим бывает от Бога. У человека-христианина одно только несчастье, одна беда может быть – Бога прогневать, святой Златоуст. 10. Спасение души и добродетель. Спасение души христианин должен считать своей главнейшей, даже единственной для себя целью, а все прочее средствами к этой цели. Все дела мира сего, как бы они ни казались нам важными и великими, суть как бы поделья. Самое первое и важнейшее из всех дел – должно быть дело нашего спасения. Вечное спасение так нужно, что без него все ничто. Все вещи в мире, все блага, дары счастья земного. Даже все науки, искусство, художество должны быть ценимы только в такой мере, в какой они содействуют преуспеянию в добродетели. 1 Царств 2.10, Иеремия 9.24. Там нет прекрасного, где нет доброго и полезного, Сократ. Истинно полезное есть то, что может служить к достижению вечной жизни, а не удобств и радостей земных, Амвросий Медиоланский.
Не требуется осуждать науку или познание о вещах. Знание само по себе доброе и от Бога установлено. Но всегда предпочитать ему должно добрую жизнь и жизнь добродетельную, Фомакин письме. Весьма безумен, кто наиболее печется о том, что не служит к его спасению, он же. Если по плоти поживешь, то душу и плоть погубишь, а если по Божьему, то обоих спасешь. Серафим Саровский. Даже и для времени мы бываем только врагами себе, врагами своему покою, врагами своей жизни, когда теряем из виду спасение души своей. Грех манит приятностью, а путь добродетели усеян тернием. Но кто восчувствует плод, того и другой найдет сладость в горечи добродетели и горечь в сладости греха. Принудьте злого делать добро, отвечая, что он скоро полюбит его. Заставьте ленивого работать, он скоро удивится своей прежней ненависти к трудам. Сократ называл добродетель знанием, всякий порок можно назвать невежеством, ибо он есть слепота ума, ибо в нем гораздо более страдания, нежели приятности. Безобразие порока и ничтожество свое тогда только мы почувствуем, когда будем пленяться красотой добродетели и бесконечными совершенствами Творца Всемогущего. Добродетель величественна в Порфире, любезная в рубище, преславна под шлемом и щитом, знаменитая и на Ниве при Рале, достохвальна во храме у священного алтаря, благословенная в доме, в ограде и весе. С какой стороны не возри на лицо ее, везде она чиста, прекрасна, божественна. Сластолюбие минутно, добродетель бессмертна. Добродетель подвергается гонениям, но гонения эти оканчиваются славою. Истинный добродетель на огне не горит и в воде не тонет. Тем более на земле не пропадает. Что, например, сделали святой Златоусту, Афанасию Великому и другим подвижникам веры и благочестия через изгнание их? Лишь только прославили их. Пусть клевещет на истину, пусть ненавидит любовь, пусть убивает и жизнь. Истина оправдается, любовь победит, жизнь воскреснет. Если желаешь спасения, делай все то, что ведет к нему. Как в лестнице первая ступень есть восхождение от земли, так и в жизни божественной начало преуспеяния есть удаление от зла, Василий Великий. Не делание зла есть только первая ступень добродетельной жизни, не более как только еще восхождение от порочной жизни к добродетели. Чтобы содеять спасению своей души, недостаточно ограничить себя одним лишь уклонением от зла, но надобно и делать добро. «Уклонись от зла, — говорит псалмопевец, — и сотвори благо». Как зло делать, так и добро не делать, грех есть. Не только делание зла, но и опущение доброго дела подвергнется строгому истязанию и осуждению. Равно худо и готовность на худшее, и медленность к лучшему. Григорий Богослов. Не предаваясь пороку и не работая с усердием Господу, мы, как пылинки в воздухе, вращаемся между небом и землею. Нет у нас ни полета к горнему, ни точки стояния на земле. Неприятно смотреть на деревья с их обнаженными сучьями и ветвями. Неприятно видеть замерзшее поле, на коем не зеленеет ни одна травка. Но еще печальнее вид холодного к добру сердца, без соков и силы к добру, без света духовной жизни, без плода правды. Мало не делать зло, надо делать добро, надо даже искать случай его делать. Кто ищет этого случая, тот всегда найдет его. Не довольствуйся мыслью, чувствованием, словом, где нужно и возможно дело. Хорошо, если у тебя не каменное сердце, но нехорошо, если у тебя сухая и скорченная рука, не простирающаяся и не отверзающаяся для нищего, Филарет. Нельзя прийти ко спасению, если не ступишь самым делом на истинный путь спасения.
Как одно желание пищи не утоляет еще голода, и одно желание питья не уничтожает жажды, и одно желание к торговле не обогащает, так и одно желание спасения не спасает нас. Желание бездеятельности, как дерево бесплодное, годно только к посечению. У некоторых недостает только силы делать добро, а не доброго намерения. Доброе намерение тогда спасительное, когда неуклонно и неленостно приводится в исполнение. Есть люди, которые в путь усеян добрыми намерениями, но добрые намерения остались неисполненными, и путь их склонился к аду. Доброе намерение есть доброе основание доброго дела, но когда положено хорошее основание, тогда еще не все построено. За добрым намерением должна следовать забота о верном исполнении его. Живи так, чтобы душа твоя была подвижена добро, как огонь. Как нельзя не трудясь купить себе за деньги грамотность или какого искусства, так невозможно стяжать навыков добродетели без рачительности и усердия. Святой Ефрем Сирин. Как дитя учится говорить, так совершеннолетний научается быть добродетельным, оба посредством веры и упражнения. Кто получается уроком добродетели и не исполняет их, тот подобен человеку, который пашет, но забывает сеять. Если хочешь именоваться рабом Господним, то вступи и в подвиг раба. Того нельзя считать рабом Божиим, кто повинуется своим пожеланиям, ибо кто кем правит, тот тому и господин. Многие из христиан, обещая себе все от щедрот Божьих, ничего не требуют от себя. Бог, хотя и милосердствует о нас, однако Он взывает к нам и говорит: «Дай и ты нечто». Златоуст. Дело спасения ты не совершишь без Христа, и Христос не совершит без тебя. Равно для тебя худо и отложить благую надежду и возыметь слишком смелую мысль, что нетрудно быть совершенным, святой Григорий Богослов. Без строжайшей бдительности над собой человеку невозможно преуспеть ни в какой добродетели. Не выделывают вино или воск иначе, как через давление. Так точно и добрые дела нельзя совершать иначе, как усиленными трудами и подвигами. Не делать добра потому только, что от того может произойти нечто неблагоприятное, значит, отказывается всегда делать добро. Добродетель всегда окружена бедствиями, как роза колючими шипами. Легкость совершения греха и трудность доброделания не должны заставлять нас отказываться от последнего и соглашаться на первый. Лучше трудное избирать, если оно полезно, и легкое оставлять, если оно вредно. Взойти на высоту труднее, нежели упасть в бездну. Итак, лучше ли упасть в бездну? Насмехающиеся над подвигами благочестия, подобные людям, плывущим по течению реки, которые сами, будучи уносимы без всяких с их стороны усилий, а одним течением воды, смеются над теми, кои, желая подняться вверх реки, хватаются за растения, стоящие на берегу. Не сделаешь себе насилия, не восхитишь Царствия Небесного. Не надейся даром достать себе небо, не живя достойно неба. Победа не бывает без подвига, а венец и торжество без победы. Кто бегает от терпения, тот бегает от спасения. Спасение не в том состоит только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло. Златоуст. Трудно спасение, но нельзя сказать, что оно невозможно. Не думайте, что заповедей невозможно исполнить, и ныне многие исполняют их. Я видел многих, которые были малоспособны к наукам, но не видел ни одного, который бы не был способен к добродетели. Конфуций.
Бог не предлагает ничего невозможного, но только совершенное. Блаженный Иероним. Трудно, говорят, благочестие. Какой же из благ достается легко? Кто, почивая, воздвиг себе победный памятник? Никто, не пробежав поприще, не берет награды. Труды рождают славу. Если рассмотреть строго, то и дьявольские дела делателям беззакония обходятся не без труда. Воздержание отнимает лишь столько у тела, сколько портит адская и бешеная невоздержанность. Бессонные ночи у тех, кто проводит их в молитвах, но страсть к удовольствиям совершенно гонит всякое успокоение. Святой Василий Великий. Чего мы не делаем для удовлетворения суетным желаниям и страстям законопреступным. Богатству жертвуем спокойствием, чести богатством и опять спокойству честью. Сколько трудов переносит человек для выполнения грешных желаний своих. Каким тревогам, каким мукам подвергаются искатели честей и славы. Каким изнурительным трудам подвергает себя, кто хочет богатеть более и более. Ах, если бы для богоугождения Господу подвергались таким же трудам, каким подвергает себя в угоду страстям, то какой высоты совершенства духовного достигли бы? Увы, мы бываем деятельнее и сильнее для нашей погибели, нежели сколько нужно бы для нашего спасения. Среди самых разнообразных занятий находится у нас время для удовлетворения каким-нибудь случайным прихотям, для упражнения в том или другом искусстве, для изучения той или другой науки, для праздного чтения какой-нибудь легкомысленной книги. Нет только ни сил, ни времени для попечения о душе. И земные блага не без трудов достаются. Почему же уклоняемся от благ небесных по причине трудов? Святой Нил Синайский. Припомни, сколько трудов должно употребить для приготовления одного куска хлеба? Не тяготи же трудами ради спасения вечного, дело важнейшего и необходимейшего. В добродетели начало трудно, но продолжение приятно, Златоуст. Дело Божие сперва делается по принуждению, Царство Божие нудится, Матфея 11:12, а потом будешь совершать это дело по охоте. Болезненно ноет сердце от сладости греха отрекающиеся, от сладости спасения только еще стремящиеся к сладости. Кирилл, епископ Мелитонский. На пути добродетели, чем более подвинешься вперед, тем легче будет казаться путь твой, Златоуст. Когда бы вначале мы себя принуждали, хотя немного, потом все могли бы делать легко и с радостью, Фома Кемпийский. Представьте случай, когда огромная река принимает другое направление течения по мысли людей. Вначале это требует громадных, почти невозможных усилий, пока не выкопано новое дно, пока течение воды не введено в новое русло. Но если река приняла однажды новое течение, то есть если вся сила воды устремилась по новому дну, между новыми берегами, быстрота течения начинает увеличиваться больше и больше по мере пройденного пути. То же самое бывает и с твердостью в добре. Вначале она требовала от святых сильной борьбы против чувственной природы, против себя, многих слез и молитв, пока их мысли и желания... Все сердце их не отрешилось от земного и не утвердилось в Господе, пока вся жизнь их не оставила прежнего течения и не приняла нового. Но когда любовь к своему Господу Иисусу Христу глубоко укоренилась в их сердце, когда она приобрела силу и жизнь и окрепла в борьбе против греха, тогда им стало легко постоянно мыслить о нем и как бы жить пред очами его. Поток мыслей шел обыкновенно в своем русле. Хотя многого труда стоит утвердиться в добродетели, но зато она многое вознаграждает, много радует совесть и столько производит внутреннего удовольствия, что никаким словом выразить нельзя. Зато
Человек, сохраняя в себе, хотя в несовершенстве, образ всеблагого Бога, по которому сотворен, радуется о всем добром и тогда, когда только слышит о нем. Посему, естественно, блаженствовать ему, когда делает оное. «Один взгляд на доброго, — говорит Карамзин, — есть счастье для того, в ком не загрубело чувство добра. Тем более, следовательно, должен быть счастлив сам делатель добра. Успевавший в добрых делах, а потом опять обратившийся к скверным обычаям, не только теряет награду за прежние труды, но и подвергается тягчайшему наказанию, как испытавший сладость добродетели. Велик подвиг добродетели, а награда еще более, еще выше подвига. Как много делают ради земной награды! Не должно ли тем более еще трудиться для награды небесной? Если будем представлять не одну тягость добродетели, но и венец ее, то скоро отвлечем душу от всякого зла, Златоуст. Настоящие скорби сравнивай с будущими благами, и ни родение никогда не расслабит твоего подвига. Нет никакого трудного дела, которое не сделалось бы легким при надежде на воздаяние от Бога, Златоуст. Самый легкий путь к добродетели — смотреть не на труды только, но вместе с трудами помышлять и о наградах, он же. Хочешь ли без труда творить добродетель, рассуждая о труде, что он временный, а о награде, что она вечная, святой Нил Синайский? Трудно, говорят, спастись, но и стыдно, и неизвинительно, если не спасешься при всех данных тому пособиях, Златоуст. Бог облегчил для нас подвиг добродетели не одной только надеждой на будущее благо, но и другим способом, то есть всегдашним своим содействием и помощью. Дающий повеление дает вместе и силу исполнять его, только что не принуждает. «Бремя мое легко», — сказал Спаситель. «Воистину легко. Ибо что может быть легче того бремени, которое само несет всякого несущего оное? Так тяжелые крылья птицы, несомые ею, равно несут и ее в воздушном просторе. Птицы тяжки ли перья, которыми она летает по воздуху, так и истинному христианину не тяжки заповеди Христовы, творением которых душа наша, оперившись, возлетает на небо. Делай то, что можешь, и проси у Бога о том, чего не можешь. Он непременно придет к тебе на помощь. 1 Иоанна 5:14. Не должно преувеличением трудностей питать леность и малодушие. Малые кирпичи кладут один на другой и созидают огромный храм. Подобно всему назидай твою душу как можно непрерывно, посильными благими помышлениями, благими желаниями, благими делами, и весь созидишься в храм духовен. Филарет. Нужно всегда начинать с малого, чтобы быть способным делать великое. Каждый дотворит добро по возможности и досветит делами света, если не наряду с великими светилами, то хотя бы между малыми звездами. Если не можешь быть солнцем, будь хоть звезда, только восходи к горе, оставя землю. Лучше сколько-нибудь преуспеть в добродетели, нежели совсем ничего, святой Иоанн Постник. Те, которые истинно ревнуют о стяжании добродетелей, если случится им пасть, не должны предаваться малодушию, но должны восстать и снова подвязаться, Ава Исаия. Когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы однажды, хотя бы дважды, хотя бы трижды, хотя бы 20 раз приступил закон, не отчаивайся, но опять восставай, прими же за тот же труд, и непременно останешься победителем, Златоуст. Один брат спросил Аву Сесоя: «Ава, что делать мне? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат сказал: «Я встал и опять пал». Старец отвечал: «Снова встань». «Да коли же мне вставать и падать?» — спросил еще брат. «До кончины твоей», — ответил старец. Нельзя не падать, но можно и должно упавшего вставать. Бегущий спешно, если споткнется на что,
спешно встает и опять устремляется по пути к цели, подражая ему. В видимом и временном мире, в котором ты живешь, нет ничего неподвижного, но все идет и проходит. И твоя жизнь идет и проходит. Ты покоишься иногда, по-видимому, телом. Но твои сокровенные помышления, твои тайные желания непрестанно в движении. А потому, если ты не идешь путем спасения, то верно, идешь путем погибели. Или если не идешь, то падаешь. Падаешь из жизни духовной в плотскую, из жизни человеческой в скотскую. И не приметишь, как обрушишься в жизни адскую, в смерть сугубую невозвратно. Филарет, митрополит Московский. На пути спасения до самого гроба не должно быть для нас остановки и замедления. До какой бы степени нравственного совершенства ни достиг ты, все стремись и иди вперед. Душа человеческая в мире всем подобна кораблю, плывущему против стремления волн. На одном месте никак нельзя остановиться, и если она не употребит усилия простираться вперед, то будет увлечена в глубину. Если мы не упражняем сил своих в добрых делах, то непременно уже обращаемся в чем-нибудь худом и порочном. Подобно как плывя по реке, мы или подвигаемся вверх, или увлекаемся вниз по течению ее. Жизнь духовная такова, что если не простираемся вперед, необходимо возвращаемся назад. Переставая бодрствовать для добра, слабеем для добра. Коль скоро не живем для Господа, то неприметно живем для греха. И чем более живем для греха, тем менее для Господа. Чем более для Господа, тем менее для греха. На пути к небу каждая остановка — шаг назад. Каждое замедление — потеря многого. Так будем жить, что у прошедшего никогда не было лучше будущего или настоящего, святой Василий Великий. Возможно для человека здесь на земле совершенство и состоит только в стремлении к совершенству, стремлении непрерывном и постоянном, Филиппийцам 3.13. Наше совершенство есть непрестанное усовершение. Тот, кто хорош, должен постоянно трудиться, чтобы сделаться лучшим. Чем острее у нас зрение, тем более познаем, сколь далеко мы отстоим от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем в добродетели, тем больше научаемся познавать, сколь велико расстояние между Богом и нами. Святой Златоуст. Чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Ава Дорофей. Человек не Бог, но цель его бытия есть уподобление Богу по заповеди Божией. Левитам 11.45, Матфея 5.48. Хотя бы число твоих добродетелей равнялось числу звезд небесных, и тогда не будешь равен Богу по святости. Сколько бы высок ни был по нравственности, но закон, лестница нравственного приближения души к Богу всегда выше тебя. Не на то смотри, сколько пройдено, но на то, сколько остается проходить. Смотри не на те ступени, которые ты уже прошел, а на те, которые еще остается пройти. Как плывущий через реку не столько о том думает, много ли отплыл от берега, сколько о том, далеко ли до того берега, к которому плывет. Потому что если не сажень, даже и наршин доплыть не достанет сил, утонет. Так и на пути к Царствию Божию. Не тот блажен, кто хорошо начинает, но тот, кто хорошо кончает подвиг с собой. Невелик труд положить основание, трудно совершить здание. И чем выше возводится здание, тем больше представляет оно трудов строителю до самого окончания дела. Святой Ефрем Сирин. Кто хотя и весь путь пройдет, но не доходя одного поприща остановится, тот не получит никакой пользы, потому что находится еще вне града. Пока мы в мире семя, оставленные во плоти, хотя бы вознеслись в доброделание до небесного свода, не можем оставаться без дел и труда и быть без попечения. Исаак Сирин. Во всякое время нам предстоит опасность. Ни в какое время не надобно предаваться нерадению в деле спасения души. Бурных коней всегда удерживает уздою.
Часто случается, что корабли в самой пристани от внезапной бури развиваются и погибают. Как человек плодов поля своего не считает верными, пока не уберет их в житницу свою, так и ты не можешь быть уверен, какие плоды имеешь получить от сердца твоего, пока есть дыхание в ноздрях твоих. Ава Исаия. Пока человек не предстанет на суд Божий, не услышит решительного о себе определения и не увидит присужденного ему места, до тех пор он не может знать, угоден ли он Богу или нет. Грех не оставляет никого до гроба. Потому до гроба надобно бодрствовать, до гроба очищать свое сердце. Подвиг покаяния и борьбы со страстями должен быть пожизненный. Искушения не пристают стужать даже лежащему на смертном одре, отступают, когда душа оставит тело. Если всегда будешь помнить слабость свою, то никогда не приступишь к пределу бдительности. Исаак Сирин. Непрестанное внимание душе необходимо, потому что естество ее переменчиво. А одной неподобающей мыслью можно потерять столетний труд спасения. Началом зла, падения и погибели, даже и после многолетних подвигов добродетеля, бывает не родение о добре, равно как началом тьмы удаление света. Григорий Богослов. Начало зол есть рассеянность. Пинин. Сердца наши нивы, на которых легко могут быть посеяны плевелы, как скоро не будем иметь внимания к себе. Запустевшая земля бывает полна терний, а душа нерадивая, нечистых пожеланий. И праведник небезопасен от падения, если вознеродит. Искра под пеплом, сколько бы ни была загнетена, быстро возгорается и легко воспламеняется, как скоро неосторожность откроет преграды, закрывавшие ее от дыхания ветра. То же бывает и в жизни духовной. Греховные страсти, остающиеся из благочестивых, как искры под пеплом, при малейшей неосторожности от тлетворного дыхания мира, возгораются и воспламеняются. Внимательные к повествованиям о христианских подвижниках знают, как много примеров, что нередко одна минута беспечности, одно гнилое слово, одно коварное внушение, одна злая мысль губили труд и подвиги целых десятилетий. Все мы должны опасаться нерадения, хотя бы и минутного даже, в деле нашего спасения. Одна минута может сделать человека из праведника грешником. Адам пал, Соломон забыл Бога, святой апостол отвергся Христа. Если же от малого ветра сокрушаются кедры, могут ли устоять слабые трости? Всего опаснее то для нас в деле спасения, когда мы воображаем, будто уж нет опасности нам. Пока ты находишься в теле, не будь беспечен, и никому самому себе не верь, никогда, хотя бы чувствовал иногда свободу от страстей. Ибо враги с лукавым намерением на время прекращают нападение свои, чтобы мы ослабили ревность свою. Тогда они бросаются на нас неразумных, схватывают бедную душу, как малую птицу, и ввергают ее в грехи более тяжкие, чем те, от избавления от которых она прежде молилась. Нужно иметь великую бдительность, потому что не спит наш дьявол. И среди мира будь готов к брани. Всегда делай добро, чтобы искуситель всегда находил тебя занятым. Или делай, или говори, или помышляй благое. То молись, то читай, то рукоделие твори. Душа наша изменчива и походит на железо, которое, если оставляется в небрежении, снедается ржавчиной, а если разжигается огнем, очищается, и пока лежит в огне, бывает подобно ему, так что никто не может коснуться его, потому что оно огонь есть. Так и душа, когда устремляется к Богу и беседует с ним, соделывается огнем и опаляет врагов своих. Тех самых, которые обычно угнетают ее, когда она усыплена, бывает сном беспечности. До какой бы степени благочестия ни достиг ты, всегда будь недоверчив к самому себе. Эта спасительная боязнь да умножается в тебе по мере того, как преуспеваешь ты на пути к совершенству.
Чем драгоценнее сокровище, которым обладаешь, тем больше он подвергнется несчастью, когда его лишишься. Подражая осторожному купцу, который тревожится страхом гораздо более в то время, когда возвращается в отечество корабль его, нагруженный драгоценностями, нежели тогда, когда он выходит из пристани с меньшим количеством товаров. Боязнь его увеличивается по мере важности той потери, которой он может подвергнуться. Чем выше будешь восходить на лестницу нравственного совершенства, тем более бодрствуй над собою. Озирайся постоянно и осматривайся, как бы не сделать неосторожного шага и не сделать себя жертвой своей беспечности, что и опасности более в это время к падению. Чем ближе приблизишься ты к Богу, говорит сий монах Парфений, тем сильнее враг ухватится за тебя. И самые последствия падения в это время будут для тебя гораздо значительнее. Кто падает на полу, говорит святой Нил Синайский, скоро встает. Но кто падает с высокого места, тот может убиться до смерти. Молитва и страх Божий да не отходят от тебя ни на минуту. Жердь поддерживает обремененную плодами ветвь и страх Божий добродетельную душу. Святой Нил Синайский. Не гордись тем, что ты стоишь, а опасайся, чтобы не упасть. Златоуст. Смирение есть самое верное ручательство добродетельному от падения. Смиренный, говорит святой Макарий Великий, никогда не падает. Куда упасть тому, кто считает себя ниже всех? Дела добрые делай, но соделанные забывай. Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище. Златоуст. Добродетель сокровенная всегда безопасна. Когда выставляет наружу сокровище, тогда подвергает его хищению. Живые краски бледнеют от света солнечного. Старайся так же, чтобы быть примером для других, но не употребляй с твоей стороны усилий выставлять как бы на показ свои добрые действия. И тем более, не перед взором только человеческим совершай их. Не его имей целью при совершении их. Свеча продолжает гореть, несмотря на то, есть ли тут люди или нет. Так и верующие неослабно должны творить добро, вовсе не думая о том, смотрит ли кто или нет на их дело. Творить добро лишь перед очами человеческими с целью купить им себе уважение человека, значит слишком дешево ценить себя и свой труд. Значит губить свои добрые действия в очах Божиих. Чтобы благоугодить Богу, надо не только добрые дела творить, но и добрые творить. Делать то, что Бог хочет, и не делать так, как Он хочет, значит худо делать добро, и, следовательно, вовсе не делать его. И подвязающийся не будет увенчан, если незаконно будет подвязаться. Доброе дело, угодное Богу и имеющее быть увенчанным от Него, есть то, которое внушается духом любви, одобряется мудростью и исполняется с мужеством, твердостью и самоотвержением. Не на то взирает Бог, кто сколько делает, а на то, из чего происходит дело. Добрые дела ценятся по намерению, Амвросий Медиоланский. Образ поступков зависит от образа мыслей. Дела без доброго намерения — то же, что жертва без стука. Псалом 65:15. Или тело без души, Бог их отвергает, блаженный Августин. Расположение сердца делает дар великим или малым. Оно одно дает предметам их цену, святой Амвросий Медиоланский. Святое дело избирать доброе не ради чего иного, но ради самого добра, Нил Синайский. Гораздо более значит не хотеть ради самого добра отстать от добра, нежели из боязни зла не соглашаться на зло. Тот еще не любит добра и не имеет ненависти к злу, кто борется с последним, единственно только вследствие надежды достигнуть славы победителя зла. Кто упражняется в добре из каких-нибудь видов, тот не тверд в добродетели, ибо цель минуется, и он оставит доброе дело, подобно как плывущий для прибыли, не продолжает плавание, если не видит прибыли, Григорий Богослов. Если мы совершаем честные поступки не по внушению добродетели, а из видов своих корыстных,
то мы только изыскательны, а не добродетельны. Подумай, ты обижаешь и самую добродетель, когда исполняешь ее не для нее самой, Златоуст. Старайся каждому делать добро, не обращая внимания на то, происходит ли от этого личная польза для тебя или нет, Эпиктет. Делай то, что достойно награды, но не ищи ее. Ты больше получишь награду, если делаешь добро не из награды, даже и небесной, Златоуст. Желай того, что Бог хочет. Делай так, как Бог хочет. Делай потому, что Бог хочет. Глава и сущность, можно сказать, душа всех добродетелей есть любовь, без которой ни пост, ни бдение, ни труды ничего не значат. Дьявол всему может подражать в человеке. Назовем ли пост, и он ничего не ест. Бдение, но и он никогда не спит. И всегда рыкая ходит. Только одна любовь и смирение неподражаемы для него, Августин. Нет ни одной добродетели, содружающей и соединяющей человека с Богом, которая бы не зависела от любви, и в ней не сосредоточилась неприметным образом, держась на ней и ею сохраняясь. Все заповеди Божии соединяются в одно именно, в заповеди о любви. Все добродетели не что иное, как любовь в разных видах, Августин. Добродетель по существу одна, это любовь. Но видоизменяется в силах душевных, подобно тому, как свет солнечный не имеет фигуры, но обыкновенно принимает фигуру отверстий, через которое проходит Ава Евагрий. 11. Молитва. Молитва есть обязанность христиан и обязанность первая, которую они должны исполнять. Есть время всякой вещи под небесами, Экклесиаст 3.1. Как не быть времени для молитвы, которая есть первая вещь под небесами? Если есть время для забав, то можно ли жаловаться на недостаток времени для молитвы? Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться. Как не обширны твои ежедневные занятия, как не тяжек труд твой, которым ты снискиваешь себе пропитание. Без сомнения, ты в состоянии уделить хотя сколько-нибудь от первых часов дня и ночи на молитвенную беседу с Богом. И в продолжении дня находить хотя минуты, чтобы обращаться мыслью к Богу. Если же возможно, то и во время самых занятий и трудов не оставлять молитвы. «Дело в руках», — говорит один подвижник, — «а молитва в устах». Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что без него не может совершиться никакое другое дело благое. Молитва есть первый дар Божий, через который все дары стяживаются. Чтобы нищему принять милостыню, надобно ему протянуть руку. Чтобы младенцу принять пищу, надобно ему отверстить уста. Подобно всему надобно человеку простираться к Богу, чтобы достигнуть благодати Его. Надобно иметь отверстую душу, чтобы приять дары Его. Молитва есть простертая рука для принятия благодати Божией, отверстые уста для вкушения пищи небесной. Молитва, как золотой ключ, отверзает нам все сокровища милосердия и щедрот Божиих. Молитва восходит, а благословение Божие нисходит. Молитва есть дыхание духовного человека. Как дыханием телесный человек привлекает окружающий воздух и вдыхает из него жизненность и силу, так молитвой душа отверзает себе везде присутствующему Духу Божию и примет от него жизнь и силу духовную. Необходимость, пользу и сладость молитвы вполне знает, видит и чувствует небесные духи, и потому день и ночь не перестают возвышаться к Богу и соединяться с Ним в молитве. Откровение 4.8. Утомиться молиться для небожителей, говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский, значило бы то же, что нам утомиться дышать. Молитва есть тоже для души, что пища для тела. Посему и недостаток молитвенного расположения тоже обличает в душе, что в теле недостаток так называемого аппетита, бессилия, болезнь. Если мы не испытываем в молитве сладости и единения с Господом, не укрепляемся внутренно, то не обличается ли этим в душе нашей то же состояние, какое бывает в теле,
когда самые питательные снеди нам не нравятся, кажутся безвкусными. Без молитвы духовная жизнь наша и алчит, и жаждет, и умирает, Златоуст. Опасно, достойно сожаления состояние христианина, который не может молиться. В счастье он надменен и горд, в несчастье малодушен и уныл. В заблуждении не имеет наставника, в слабости подпоры, в искушении друга. В молитве другого имеют нужду и святые, но кто не молится сам о себе, тому не помогут и праведники. Яков 5:16, Римлянам 15:30. Великую силу имеют молитвы святых, но только когда и сами мы часто и усердно молимся. Вера, надежда и любовь — суть корня молитвы. Если корни эти в силе, то молитва сама собой возбуждается внутри и раскрывается вовне. Потому что как свежие корни, питаемые теплотой и влагой, сами естественно дают росток, так и душа, увлажаемая этими добродетелями, необходимо молиться. Не любить молиться — значит не любить самого Бога. Как рыба живет в воде и водой, так и душа, любящая Бога, живет в молитве и молитвою. Это происходит от того, что душа, любящая Бога, беспрестанно стремится, жаждет беседовать с возлюбленным ее Создателем. Стремление это бывает иногда столь велико, что люди, горящие любовью к Богу, молятся Богу и во сне, и притом так сильно, что иногда слезы умиления прерывается их сон. А с тем-то говорится в песне песней «Я сплю, а сердце мое бодрствует» 5.2. То есть я сплю, а сердце бодрствует, любит Бога, ищет Бога, молится Богу, услаждается Богом. Я сплю, а сердце мое не спит, горит, светится, пребывает на небе. Не хотеть молиться, значит не хотеть быть с Богом. Если не имеешь духа молитвы, старайся более и более познавать, с одной стороны, твою бедность, а с другой — богатство даров благодати божественной. Тогда благоговейная молитва сама собой прольется из твоего сердца. Чтобы свыкнуться с молитвой, не ждите расположения к ней, но принуждайте себя, потому что Царствие Божие усилием восхищается. Многие в чаянии внутреннего влечения мало-помалу совершенно отстали от молитвы. Расположение к молитве часто возникает во время самой молитвы. Понуждай себя к обильной молитве. Молитва — свет для души. Как из облака молния, так из молитвы — свет истины и разумения. Ничто так не способствует преспиянию в добродетели, как частое собеседование с Богом. Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться. Августин. Молитва добрых соблюдает в добре, а злых по благости Божией делает добрыми. Иной начинает молитву грешником, а оканчивает ее праведником. Молитва как некое тенистое облако, то защищает от жгучих помыслов, то орошает и освежает потоками слез тех, которые подвязаются в ней. Августин. Чтобы натянуть от сухости ослабевшие канаты для поддержания мачт, их увлажнивает водою. Увлажь и ты ослабевшую от зноя страстей сухую твою душу молитвой со слезой. И ум твой укрепится для хранения тебя от мысленных и страстных ветров. Прекрасная баня для души и слезы во время молитвы. Но после молитвы помни, о чем ты плакал, святой Нил Синайский. Будь всегда расположен так, как ты бываешь расположен во время искренней молитвы. Когда пройдет час, другой, третий после молитвы, и ты увидишь, что возбужденный в тебе жар готов мало-помалу охладеть, беги тотчас опять на молитву и согрей охладевшую свою душу, Златоуст. Молитва не есть только средство к добродетельному, но и сама есть добродетель. Молись Богу так, как бы ты видел Его, потому что Он точно видит тебя. Для чего при молитве потупляет взор? Для того, что представляет предсвятейшее лицо Всевышнего существа, предстают. Тщетны и бесполезны молитва, моление и прошение, когда они совершаются не со страхом и трепетом, не с трезвением и бодренностью. Если, приступая к царю, человеку, всякий излагает свое прошение со страхом и трепетом, и со всем вниманием,
и тем ли паче Богу, владыке всех и Христу, царю царствующих и Господу господствующих, подобным образом должно предстоять и таким же образом творить пред Ним свои молитвы и моления? Внимай себе, что творишь и с кем беседуешь, да не в грех будет молитва твоя. Самая красноречивая молитва есть та, в которой просто от сердца излагается нужда перед любвеобильным Богом. Молящийся только устами воздуху молится, а не Богу. Бог обращает внимание на ум, а не на слова, как люди. Петр Дамаскин. Молитва, совершаемая с небрежением и леностью, празднословие. Святой Антоний Великий. Молитвы наши большей части бывают неуслышаны или, как говорят, не доходят до Бога, потому что они не доходят и до нас самих, не исходят из нашей души, из нашего сердца. Ты сам не слышишь твоей молитвы. Как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Златоуст. Или вы думаете, что Бог будет внимать молитве, которой вы сами не внимаете? Действие на душу продолжительной, но невнимательной молитвы подобно действию обильного дождя на железную крышу, которая сбегает вся вода, в каком бы количестве она ни пролилась, не производя на крышу никакого действия. Напротив того, внимательную молитву можно уподобить благотворному дождю, орошающему засеянное поле, дающему питание произрастениям и приготовляющему богатую жатву. Игнатий, епископ Кавказский. Развлечение и холодность во время молитвы, на которые все жалуются, почти всегда происходит от того, что мы начинаем наши молитвы без предварительного приготовления к ним. Земледелец бросает семена в поле на землю не прежде, как приготовит ее надлежащим образом. Намереваясь предстать перед важное лицо, у которого желаем и спросить себе какую-либо милость, мы наперед обдумываем, что перед ним говорить будем. Тем более не должны мы являться перед Богом с молитвой без надлежащего приготовления. Прежде, нежели помолишься, приготовь себя, да не будешь как человек, искушающий Господа. Сирахов 18:23. Надо бы очистить сперва самих себя, а потом уже беседовать с чистым. Григорий Богослов. Только чистая душа изливает искренние молитвы Богу. Какими мы хотим быть во время молитвы, такими должны быть прежде времени молитвы. Дух наш во время своей молитвы необходимо получает настроение от предшествующего состояния, и, молясь, возносится к небесному или погружается в земное теми же помыслами, какими занимался перед молитвой. Как дым от тлеющей соломы беспокоит глаза, так и память о злобе и вообще все греховные страсти. Беспокоит ум во время молитвы, Нил Синайский. То, чем бывает занята душа наша до молитвы, по необходимости приходит на память и во время продолжения ее. Посему прежде начатия молитвы мы должны поставлять себя в таком состоянии, в каком желаем находиться в продолжении ее. Молись о самой молитве твоей, да будет тем, чем быть должна. Истинная молитва состоит не в движении уст, не в преклонении колен и воздеянии рук. Она должна быть излиянием, как бы тонким воскурением души перед Творцом. В этом смысле молитва внутренняя, не выражаемая словами, есть наилучшая. И этого совершенства в молитве мы должны достигать. Но кто же может молиться таким образом с первого раза, как только захочет? Кто может вдруг перейти от рассеяния к самособранности, перенестись от земли на небо без предуготовления, без перехода? Потому-то молитва словесная и все, что соединяется с ней, место и время, повторение одного и того же, разные внешние знаки, самое положение тела и прочее, все это и составляет предуготовление, переход и, так сказать, священную гимнастику молитвы внутренней. Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении. Средина же ее в том, чтобы ум заключался в словах, которые произносим или помышляем. А совершенство молитвы есть восхищение Господу. Иоанн Лестничник. Во время молитвы, когда тело твое преклоняется к земле,
Душа твоя да восходит к горе, к Богу. Не оставляй молитвы, пока не увидишь, что огонь ее и вода слез промыслительно отошли от тебя. Может быть, во всю жизнь свою не получишь такого времени для прощения грехов. Кто хочет услышан быть от Бога в молитвах своих, тот должен слушать Бога в заповедях Его. Прими законодателя Бога, и Он примет тебя, молящегося, Нил Синайский. Послушание бывает за послушание. Если кто слушает Бога, и Бог того послушает. Быть не может, чтобы когда человек слушает Бога, Бог не услышал человека, потому что он недалеко от человека. Но наши противные ему желания, тем более действия, препятствуют ему слышать нас. Бог не внимает молитве только такого человека, который оказывает сам невнимание, неуважение к нему своим прислушанием повелений Божиих. Когда хотим милости от Бога, мы должны прежде показать себя достойными этой милости. Златоуст. Не повинуясь заповедям Божиим, ты то делаешь, что если святые будут молиться за тебя, то не будут услышаны. Святой Нил Синайский. Некто сказал Аве Антонии, помолись обо мне. Но старец ответил ему, ни я, ни Бог не помилует тебя, если сам себя не помилуешь и не благоугодишь Богу. Вера есть ключ к исполнению молитвы. Где ее нет, там и молитва безуспешна. Итак, если твои молитвы остаются иногда тщетными, смотри прежде всего, имеешь ли ты веру. Молитва веры есть духовный магнит, привлекающий благодатную и чудодейственную силу. Чудеса молитвы с верой совершаемой многоразличны и велики. Молитва остановила потоп, дала детей бездетным, опустошила станы воинские, разделила море, растекла Иордан, остановила течение солнца и луны, извлекла из рва вверженного в ров, исторгла из огня брошенных в раскаленную печь, спасла из бездн морских, поглощенного морем. Не возносись, когда ты помолился за других и был услышан, потому что эта вера их подействовала, совершила. Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Богом. Исаак Сирин. Если хочешь, чтобы молитва твоя долетела к Богу, то дай ей два крыла – пост и милостыню. Молитва без любви не бывает услышана. За дверьми остаются, не доходят до Бога, не бывают услышаны им те молитвы, которые, возносясь к Богу, не имеют в себе любви. Потому что одна любовь отверзает двери молитвы. Хрен Сирин. Тщетны молитвы человека, желающего мщения. Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда встанет для совершения ее, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его. Чтобы молитвы наши не оставались бесплодны, то есть чтобы они были услышаны Богом и исполнены им. Для этого нужно, благоугождая Богу добродетельную и послушную заповедям Божьим жизнью, не только творить потом молитвы свои с должным вниманием и благоговением, не только знать и уметь, как молиться, но и о чем молиться, то есть самым предметом молитвы наших, избирать угодное Богу. Если вы просите у Бога вещей угодных Его воле, то Он дарует вам угодное и вашей воле. Не проси у Бога суетного и маловажного, а тем более того, что может быть пагубно для нашей души, например, богатство, слава и прочее. Такая молитва не только бесплодна для нас, но даже и в грех может нам служить, как оскорбляющая Бога. Отец Небесный, сколько щедр тогда, когда подает хлеб, столько же благ и тогда, когда не дает горящего угля несмысленному детищу. Бог часто дает то во гневе, в чем отказывает в милости. Когда чего на злое просим у Бога, то Он являет гнев свой, если прошение наше исполняет и являет милосердие, когда не исполняет, блаженный Августин.
В молитве всего лучше и безопаснее нам предавать себя Богу, то есть просить у Него того, что Ему самому угодно даровать нам по состоянию нашего тела, нашей души, нашего духа. Не молись, да будет с тобой, что тебе кажется хорошим, но да будет с тобой, что Богу угодно, потому что Он лучше тебя знает, что тебе полезно. Просить у Бога не того, чего мы желаем, а того, чего Он желает, есть вернейшее средство получить именно то, что всего нужнее. Бог всегда нас слышит в молитвах, если иногда не по нашему желанию делает, однако всегда в нашу пользу. Если Бог не дает тебе того, чего ты желаешь и просишь, то будь уверен. Он готовит и непременно даст что-нибудь лучшее, полезнейшее для тебя. Всеблагой Отец Небесный, если, видимо, не исполняет твоего желания, то без сомнения невидимо печется о благе твоем более, нежели ты познать и вообразить можешь. И после неоднократных прошений Бог иногда не подает просимого, но Он подает тогда то, что гораздо важнее просимого. Святой Павел просил Бога, чтобы Он освободил его от искушений. Искушения от него не отступают. Но как он молился, то Бог даровал ему благодать, при помощи которой он славно подвязается. 2 Коринфянам 12:7. Итак, не был ли услышан Павел? Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога, Исаак Сирин. Иногда Бог не исполняет наших прошений или медлит их исполнением не потому, что не любит нас, но для того, чтобы мы постоянно прибегали к Нему. Так поступают и чадолюбивые отцы, видя, что кто-нибудь из детей не родив, они не вдруг исполняют его прошение не потому, что его ненавидят, но для того, чтобы, получив, не впал опять в нерадение. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо больше того, которого просит человек. И милосердный Господь, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее. Не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо, гораздо меньшее. Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори, ничего не приобрел, потому что самое пребывание в молитве есть уже приобретение. И какое благо выше всего прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним, святой Иоанн Вестичник. Когда молимся, и Бог медлит услышать, то делает это к пользе нашей, чтобы научить нас долготерпению. А посему и не надобно унывать, говоря, мы молились и не были услышаны. Бог знает, что человеку полезно. Каждая молитва по мере своей неотступности делается тверже, очищеннее, бескорыстнее и совершеннее. Как серебро, чем более бывает в огне, тем лучше очищается и блещет, так и молитва. По мере терпеливого в ней пребывания высшее получает достоинство. Потому что тогда особенно открывается нам случай показывать веру, преданность, смирение, усердие. Иные молятся и, получая просимого, охладевают к молитве. А может быть, Господь близок был уже к тому, чтобы исполнить по их прошению. Может быть, оставили они молитвенный труд, когда недалеко уже была от них милость Божия. Чем дольше мы просим Бога, тем Он щедрее бывает. Чем дольше Он не дает, тем больше даст. В то время, когда Он не дает нам просимого, Он как бы придумывает, чем бы получше наградить нас. 12. Ухождение во храм и благоговейном поведении в храме. Можно сказать, что не столько человек созидает и посвящает храм Богу, сколько сам Бог дарует свой храм человеку. Христианский храм – сокровищница благодати и училище благочестия. Как дождь возвращает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели. Есть такие люди, которые храмы Божии созидают, а о душе своей не брегут.
Есть такие люди, которые преизрядно украшают святые иконы в храме, но сами ленятся молиться пред ними. Имей усердие к созиданию храма, имейте усердие ко храму созданному. И в отношениях житейских, если известное лицо в определенные времена без достаточных причин не посещает известный дом, принимается за знак того, что это лицо не дорожит этим домом и прерывает с ним отношения. Не то же ли самое бывает, когда христианин в праздничные дни, которые назначаются церковью для посещения храмов и участия в общественной молитве, или редко посещает, или вовсе не посещает храм Божий, и не хочет участвовать в общественном богослужении? Неявный ли это со стороны его знак холодности к завету с Богом или его нарушения? Можешь пить воду в своем доме, но надобно, чтобы по временам ты приходил почерпать ее из источника или реки. Подобно сему можешь и в твоем доме, и в уединенной храме не сердца твоего вкушать от воды благодати в молитве. Но надобно, чтобы по временам приходил ты почерпать воду благодати в храме Божьем, где она особенно жива и живоносна, как в источнике, и обильна, как в реке. Филарет, митрополит Московский. Когда вступаете в двери храма Божия, оставляйте позади себя все мирское и земное. Если приходишь в Божий храм, зажги прежде свечу в твоем сердце. Лука 12:35. Поставь, видимо, другую, если можешь, 2 Коринфянам 9:7, Богу или святым его, и молись усердно, пока горят свечи. Нередко бывает, что ясно и светло горит наша свеча перед святой иконой. Только в сердце-то у нас мало теплоты и света. Приносишь семян, но не приносишь молитвы. Возжигаешь свечу, но не горишь духом. Если сердце твое не есть лампада, наполненная елеем смирения и горящая огнем любви к Богу и к ближнему, то без пользы возжигаешь ты лампаду в церкви. Иной, стоя в храме, вместо спасительного собеседования с Богом, празднословит с человеком. Представь, что кто-нибудь, предстоя царю и беседуя с ним по зову подобного ему раба, оставляет царя и начинает беседовать с рабом. Таков и тот, кто разговаривает и предается рассеянию во время богослужения. Ефрем Сирин. Кто проводит время бдения в пустословиях, тот лучше бы сделал, если бы провел его во сне. Ава Исаия. Что пользы ходить в школу искусства и не учиться ему, сказала Ава Пимен, рассуждая о неблагоговейном и рассеянном стоянии во храме. Если пришед в дом царя, ты был бы в опасении и заботе, чтобы не сделать чего-либо несообразного с достоинством места. То с каким благоговением должен ты входить в дом Царя Небесного? Если со страхом находился бы ты в доме Царя, хотя он тебя и не видит, хотя, может быть, нет его и дома, то с каким страхом должен ты предстоять в Доме Божьем, где вездесущий всегда присутствует, где всевидящий непрестанно тебя видит. В церкви должно стоять со всем благоговением, чтобы вместо умоления грехов не умножить их. Из дома молитвы приноси дух молитвы и в свой дом, и освящаем тайную храмину свою. Можно и в храм внести свой дом, то есть в смысле о житейских заботах. Можно и в дом внести храм, то есть воспоминания о священных песнопениях и назидательном чтении. Не лишим себя храма, когда можем, но и с собой носить его поучимся. Берегите, чтобы Бога, прославляемого словом во храме, не оскорбить делами в доме. Люби Божии домы, но и себя устрояй в дом Божий. Святой Нил Синайский. Рукотворенная церковь не освящает и не спасает того, кто со своей стороны не подвизается, чтобы соделать себя живою церковью живого Бога. Сердцем упражняйся в незлобе, а телом в чистоте. То и другое соделывает тебя храмом Божьим. Нил Синайский. 13.
о соблюдении праздников. Бог тебе отделил 6 дней для твоих дел и работы, а себе благоволил оставить только 1/7. Исход 29. На праздниках мирских расточается то, что собрано в одни труда. На праздниках церковных можно и должно собирать духовное сокровище мудрости, созерцательной и деятельной, так же обильной или обильнее, нежели в одни непраздничные. Праздник не для того, чтобы только отложить дело и остаться в праздности. Праздник не праздность, а празднование, то есть отрадное ликование духа ради создания великих, сознания великих милостей Божиих. Праздник без духовной радости, без сердечного в нем участия, без внутреннего чувства, есть тело без души. Для христиан всякое время есть время праздника по преизбытку дарованных им благ. Праздник есть явление благих дел, благочестивое настроение души и исправная жизнь. Если ты имеешь это, то всегда можешь праздновать. Златоуст. Если дела и занятия житейские должно оставлять в праздничные дни, то тем более должно удаляться от дел, которые непозволительны и в будничные дни. Немного ли между нами таких, которые часы праздничного утра отдают сну, после ночи превращенной в день, недостойный солнца? Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас. Святой Златоуст. Прекрасный праздник есть упразднять от греха. Для грешника праздника не бывает. И светлые дни света только для чистой и невинной души. Кто празднует чистым сердцем, тот празднует с ангелами. 14. Наука, знание, мудрость. Презирать науку значит не трудиться над возделыванием винограда, а желать наслаждаться плодами его. Климент Александрийский. Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом. Святой Марк Подвижник. Христианская религия не против научного образования. Не христианство враждебно науке, а недостаток знаний в человеке. И наоборот, не наука враждебна христианству, а тоже недостаток знаний. Он по природе своей христианин. И в ком нет христианства, в том смело можно подозревать отсутствие ума. Это мы видим даже на язычниках. Чем кто выше из них по образованию своего ума, тем ближе к ведению истинного Бога. Платон, Сократ, живший до пришествия в мир Иисуса Христа, были полухристиане, науки которыми лжемудрование хотело и до ныне хочет пользоваться к ослаблению христианства в детстве своем, когда еще не достигает познания своих оснований и не имеет довольно опытным для определения начала своих, могут быть направляемы против истины откровения. Но когда достигает зрелости, как бы мужеского возраста, тогда начинает утверждать истину откровения. Поверхностное знание отдаляет нас от религии, основательное опять возвращает к ней. Иное есть ведение вещей, а иное ведение истины. Сколько различно солнца от луны, столько второе полезнее первого. Люди, употребляющие весь свой ум на предметы бесполезные, довольно походят на ту ночную птицу, которая ясно видит в темноте и делается слепа при виде солнца. Они удивительно сметливы, когда идет дело об ученых пустяках, и не видят ничего, пораженные истинным светом. Сколько уподобляется глазам совы, упражняющейся в суетной мудрости, и у совы ночи зрение остро, но помрачается, как скоро воссияет солнце. И у них весьма изощрено разумение для пустых умозрений, но омраченных познание истинного света. Святой Василий Великий. Чтобы лучше в совершении познать истину, быть мудрым, не суетной только мудростью, нужно быть разборчивым в отношении познаваемых предметов, не ко всему безразлично устремлять все свое внимание,
Когда прибирает в доме, то старается освободиться от предметов бесполезных, попусту занимающих место, которое можно занять чем-нибудь дельным и необходимым. Как бы хорошо очищать таким же образом память нашу. Но, по несчастью, не от нас зависит выметать из нее ненужные или вредные понятия. Потому-то следует быть чрезвычайно осторожным в выборе предметов, на которые обращаешь внимание. Истина полезная и, следовательно, вполне достойная того, чтобы быть познаваемым и изучаемым нами, есть то, что может служить к достижению вечной жизни, а не удобств и радости временных. Святой Амвросий Медиоланский. Будем на земле учиться тому, знание чего будет неразлучно с нами на небе. Ищи только такого учения, которое возбуждает, питает и укрепляет в тебе любовь к Богу. Убегай бредни философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса народными между собою. И говорить о себе, что они были некогда и деревьями, и рыбами. А я хотя не скажу, бывали ли они когда рыбами, однако же со всем усилием готов утверждать, что когда они писали это, то были бессмысленные рыб. Святой Василий Великий. Доброе неведение лучше худого знания. Святой Златоуст. Изучение земных предметов и наук может быть благотворно и полезно. Но тогда, когда оно идет не вразрез и не отдельно от веры и от богопознания. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Знание подобно свету естественному, а вера сердечная подобно теплоте естественной. Как в мире видимом жизнь растительная развивается под влиянием света и теплоты, так и для пристояния в жизни духовной необходимо, кроме знания, и вера сердечная. Как без света и со здоровыми глазами мы не можем различать предметов, так и без Бога, истинного света, источника истины, мы и здравым разумом не можем познавать истины. Скудна мудрость человеческая, когда она руководствуется лишь своим собственным светом или лучше своей темнотою. Истина не приобретается, а приемлется, и она трудилась бы понапрасну, если бы не получала от высшей силы материала для своей обработки. Эта высшая сила есть вера, Климент Александрийский. Мудрость человеческая, подобно луне, освещает ночной мрак заблуждений человека только тогда, когда заимствует свет свой от мудрости истины Божией. Посмотрите же, что делается с луной, когда черная тень земного шара ляжет на диск ее. Тогда загораживается от нее солнце, серебряный свет ее тухнет, остается одна темная масса, и как бы не было луны. Так бывает с мудростью человеческой, когда заблуждение, лжеумствование, земные удовольствия и страсти заслоняет от нее свет истины и мудрости Божией. Неужели думаешь, что истина Божия и Христова есть нечто постороннее для истины естественной, полезной человеку и обществу человеческому, и что последняя также может жить без первой, как и в соединении с нею? Посмотрите на народы и общества человеческие, христианские и нехристианские. Не там ли ясно светит истина естественная, естествоиспытательная, умственная, нравственная, созидательная, благоустроительная и благоукрасительная для человеческих обществ, где сияет солнце истины Божией и Христовой? Не ночь ли покрывает естественные способности и жизнь народов, над которыми не взошло благодатное солнце истины Божией и Христовой? Исторгните солнце из мира, что будет с миром? Исторгните сердце из тела, что будет с телом? Надобно ли сказывать? Исторгните истину Божию и Христову из человечества. С ним будет то же, что с телом без сердца, что с миром без солнца. Свет одного научного образования без света Христова истины. Все равно, что свет луны без солнца. Свет холодный и безжизненный. Свет чуждый и заимствованный. Он будет только скользить по поверхности души,
как скользит свет луны по скале, не проникая внутрь ее, никогда не в состоянии будет согреть, оживить и возбудить сердце наше с трудам и подвигом, скорбям и лишениям. Напрасно душа, коснеющего отчуждения от Бога, источника жизни и начала добра, напрасно мечтает, что она развивается, возвышается, растет и идет вперед, а в ней развивается только дух самолюбия, она возвышается только гордостью, растет только в зле, идет вперед, но путем суеты, ведущим в погибель. Бесполезны все наши познания, когда мы при них Иисуса Христа не знаем. Что пользы для корабля от мачты, кормщика, матросов, парусов и якоря, если нет ветра? Что пользы в красноречии, остроумии, познаниях, образованности, разуме, если нет в душе Духа Святого? Иди путем, который ведет к Богу, и тем же путем будешь приближаться к премудрости. Пусть же к Богу путь известен, благочестивое размышление, молитва, вера. Ум, мечтающий о своей мудрости, есть безводный облак, носимый ветрами тщеславия и гордости. Все, кто по любви к истине искренне признается в своей несправедливости, едва ли не выше того, кто всегда справедливым бывает в своем мнении. Тот много... Очень много знал, кто умел сказать «я знаю только то, что ничего не знаю» — слово Сократа. Чем больше мы приобретаем познаний, тем больше встречаем предметов непознанных. Чем более человек познает, тем более усматривает, как мало познанное в сравнении с непознанным и недоступным познанию. Сколько есть вещей и предметов, которых мы не знаем, хотя и говорим, что живем в просвещенном веке. Все земное знание наше есть только знание частное, полное же знание впереди, в будущей жизни. Знай, что должно знать, и делай, что должно. Доброе дерево приносит не только цветы, но и плоды. Истинная мудрость заключается не в одном голом умственном знании истины, но и в соответствующей ей внешней деятельности. Тот, кто поставляет разум только в умении излагать истину, подобен попугаю, который был научен говорить по-человечески, хотя совершенно и не понимает силы слов. Невозможно достигнуть мудрости, не живя мудро, Григорий Богослов. Истинно мудрый по образу воплощенной премудрости Божией прежде творит и потом учит. Прежде исполняет закон, а потом повелевает или советует, и не разрушает того примером, что назидает словом или властью. Мудрость, неоправданная деятельностью, залог стыда. Исаак Сирин. Лучше мудрость не словом блистающая, но свидетельствуемая делами, Григорий Богослов. Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела. Люби знание, люби труд, прилагая знание к жизни, потому что одно знание надмевает человека. Солнце и светит, и греет. Одного света или просвещения недовольно, нужна теплота, то есть польза при просвещении ума, образовании сердца, доброта души. Знание без доброты есть мудрость дьявольская. Тот, который есть вкупе премудрость, правда и благость, отвращает взоры благости своей я от тех, которые гордятся мудростью без правды и благости. Дарованный нам разум и волю не приемлет от нас единого разума. Если имеешь много познаний, то и живи святее, потому что судья будет строже судить тебя. Как не всякое сокровище делает богатым, и разве только употребляемое с благоразумием и умеренностью, так и просвещение не всегда обращается в совершенство. Есть высший род премудрости, который состоит в употреблении премудрости. Хорошее познание хороши для тех, которые употребляют их на хорошие дела.
Ученый для безнравственного человека есть то же, что хорошая пища для худого желудка. Острый ум без облагороженного любовью сердца есть кинжал в руке убийцы. Голова ученого, руководимого страстями, есть вулкан, извергающий огонь и пепел. Нечестие с искусством в слове производит гораздо более зла, чем необразованность. Страшный удел нечестивых писателей, они вредят и по смерти. Некогда царь египетский велел написать над входом основанной им библиотеки «Лекарство для души». В наше время, напротив, есть книги, которые смело можно назвать ядом для души, и которое должно удалять от нее точно так же, как мы удаляем с своего стола вредное или отравленное яство. Потому что чтение есть для души то же, что питание для тела. Как последнее, принимая пищу, обращает ее в соки и кровь, так душа питается, проникаясь впечатлениями и мнениями, подчеркнутые в их книгах. Древние думали, что есть и животное, которого один взгляд наносит смерть. Точно таково сочинение безнравственное. Чтение его есть первый смертельный удар, наносимый душе, за которым непременно последует много других ударов. Хорошая книга есть кроткий друг. Бакон Веруламский называет хорошее сочинение благонамеренных писателей милостыней, которые подают такие писатели своим современникам и потомству. Нужно чаще принимать и читать святые книги, дабы ум наш просвещался. Подобно тому, как когда ножичком порежешь, так притупится и поточишь, а на селке так будет острый, так и ум от святых книг. Как мудрая пчела собирает цветов мед, так и ты, советует Ефрем Сирин, через чтение приобретая врачество для души твоей. Или, по выражению святого Нила Синайского, не ленись от чтения собирать полезное. 15. Мудрые, добрые и святые люди. Высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым. В собственном смысле одних только добродетельных и святых людей можно назвать мудрыми людьми. Не тот премудр, кто много знает, но тот, кто умудрился во спасение. Кто премудр? Тот, кто везде и всегда опасно, с рассуждением, а не легкомысленно поступает, и невидимого Бога, как видимого перед собой имеет. Мудрый не говорит много. Мудрый всегда одинаков. Ум мудрого всегда обращен к Богу. В душе мудрого живет Бог. Мудрый желает только того, что он может правильно приобрести, с умеренностью употреблять и с удовольствием другим сообщать. Чем кто добродетельнее, тем труднее верит, чтобы другие были нечестивы. Цицерон. Кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло. Григорий Богослов. Зло предполагает всех людей такими же вероломными, как он сам. Добрых легко обмануть. Истинный мудрец старается только о том, чтобы хорошо делать, тогда как ложный мудрец старается только, чтобы говорили об нем, что он хорошо делает. Аттила, всемирный завоеватель, иначе сказать, всесветный грабитель и разоритель, говорил о себе: «Где мой конь пройдет, там и трава не растет!» Злые люди злом даже хвалятся, а добрые, и сделав добро, молчат о себе. Все человеки Божии не любят быть в славе между человеками. Человек правильно не превознесется, если люди превознесут его. Льстивая похвала — несносное бремя для праведника. Деяния 16:18. Все святые признавали себя недостойным у Бога. Этим они являли свое достоинство, состоящее в смирении. Рассказывали об Аве Памво, что он, приближаясь к смерти, в самый час кончины своей говорил предстоящим ему отцам: «С того времени, как пришел я в эту пустыню, построил себе келью и поселился в ней. Не помню, чтобы когда я ел иной хлеб, кроме приобретенного руками моими.
и никогда не раскаивался в словах, которые говорил я когда-либо, даже до сего часа. А теперь я отхожу к Богу так, как будто бы еще не начинал служить Ему. От многих плодов гнутся древесные ветви, и при многих добродетелях смиряется в человеке образ его мыслей. Нил Синайский. Смирение всегда сопровождает благочестивых. Если постигает их несчастье, они говорят: «Так и должно быть», или «Мало этого по грехам нашим». А если счастье, они признаются, что недостойны его. Человек, исполненный благодати, приобретает так, как бы не имел нужды, теряет так, как бы отдавал излишнее. Святые мужи, чтобы навсегда избежать непозволенного, запрещают себе и многое позволенное. И святые падают, 3:24:16, только они скоро встают. Все люди грешат, 1 Иоанна 1:8. Но злые творят грех с радостью и самоуслаждением, а добрые питают отвращение к греху. «Добродетель почти всегда окружена бедствиями, как роза колючими шипами», — сказал святой Григорий Богослов. Это много зависит от образа действия добродетельных людей и отношений их к ближним, среди которых они живут и действуют. Мудрый злому человеку кажется безумным, потому что он и мыслит, и действует совершенно противно и началом, и целям злого человека. Прямота в слове и правдивость в деле часто и друзей обращает во врагов. Больные глаза света не любят, и неправда правду, и ложь истину ненавидит. Нередко праведники предаются в руки нечестивых, не к славе нечестивых, но для испытания праведных, Григорий Богослов. Счастье или несчастье — пробные камни добродетели, пока она не испытана на них. На прочность ее нельзя положиться. Те силы, не силы, которые не испытали борьбы. Бог уменьшает земную награду добродетели, что у подвижнику уготовить большую награду на небе. Тот в вечности не получит воздаяния, кто на земле всю нужду восприемлет. Можно ли после этого завидовать земному счастью нечестивых? Не должно ли, напротив, сожалеть о них, как восприемлющих в этом внешнем своем благосостоянии, полное вознаграждение от Господа, быть может, за те немногие свои добрые действия, какие они когда-либо совершали в своей жизни, и потому по смерти имеющих восприять полное также возмездие от праведного судьи и мздовоздаятеля за нечестие, наполнявшее их жизнь. Путь нечестивых широкий, говорит святой Тихон Задонский, но в тесноту вечных мучений ведет. Несчастье добрых лучше счастья злых. Бросьте в отдаленнейший угол земли человека, который внутри себя носит богатство высшего мира, Царствие Божие. Окружите его всеми возможными бедствиями. Ничто не поколеблет внутреннего спокойствия его духа, потому что свет, жизнь и сила божественная всегда и везде неразлучны с ним. Умираем ли, говорит небесные человеки, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, Колоссянам 3:3. А покоя мертвых ничто в свете не потревожит. Никто так не страдал из святых, как мученики. Но они даже радовались и ликовали среди жесточайших страданий своих. Это от того, что если душа на небесах, как выражается Тертуллиан, то тело не чувствует уже тяжести оков земных, с собой уносит она всего человека. Самая смерть — это начало для грешника вечных мучений, о которой без ужаса и помыслить не может грешник. Для праведников, хотя бы даже насильственное, от гонителей добра истины получаемое, есть лишь удовлетворение их крайнего желания, как еще теснее сближающие их с Богом, высочайшим и единственным предметом их помышлений, желаний, любви. Грешники, хотя и живут, мертвы, а праведники, хотя и умирают, живы. Можно ли изобразить или даже только представить себе то состояние довольства и блаженства, в каком души праведных находятся после смерти,
Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Самые тела их еще до полного своего преобразования по воскресенье уже получают чудесную мощь и силу, не сливая в гробе и благодатно благоухая для верующих. Читая изображения жизни и подвигов добродетельных и святых мужей, не должно ограничиваться удивлением только их ангелоподобной жизни. Нужно стараться по мере силы возможности подражать им. Почитание святого состоит в подражании ему, Златоуст. Если можно, если должно подражать самому Всесвятому Богу, Матфея 5:48, Ефесянам 5:1, то как отказываться от подражания святым человеком, очевидно, более нам доступного и могущего нам служить руководством к богоподражанию? Подражание не требует равенства, не даже близости к равенству. Малый может подражать великому в том же доступном, что доступно. И в городе живущий может подражать любомудрию пустынных жителей. Взирая на почесть, которую получили все святые, и соревнование мало-помалу привлечет тебя к добродетели. 16. Общение с добрыми и порочными людьми. После Бога люби больше всего благочестивую душу. Наши связи, общение с таким или иным родом людей по нравственности имеет весьма большое значение. Весьма много влияет и на наше нравственное состояние. «Скажи мне, — говорит один умный человек, — с кем ты обращаешься, я скажу, каков ты сам». Кто ищет общества злых, тот достаточно показывает свою собственную злость, блаженный Августин. Ничто не имеет такого сильного влияния на наше сердце и волю, как пример других людей, добрый или худой. Посадите и доброе растение посреди тернии и волчцов. Оно заглохнет и не принесет плода. Так и среди разгула буйных и злонравных людей заглушается всякое доброе религиозное чувство. И напротив, обращение с мудрыми и добродетельными может направить к добру и испорченное сердце. Обращение с мудрыми – высшее училище сердцу. А обращающийся со святыми и сам освятится. Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах, и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Святой Антоний Великий. Добрый нравственный человек уже тем одним приносит пользу обществу, что живет в обществе. А чего доброе страдает от предметов тягостных, каковы изгнание, бедность? Для того, между прочим, чтобы другие люди научились от них страдать. Доброе сотворено для того, чтобы служить примером. Добрый пример есть как бы модель, с которой соображаются другие, Иероним. Пример людей, исполненных пламенной любви к Богу, питает и наше сердце этой христианской добродетелью. Уголь, лежащий отдельно, хотя и содержит в себе жар, но мало-помалу гаснет и охладеет. Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу. Исаак Сирин. Обращайся с имеющими смирение и научишься их нравам. Если мертвым, горящим углем через приближение зажигается другой мертвый же холодный уголь, не тем ли более сердце, одушевленное живой верой и молитвой, может возжечь тот же огонь в другом, даже и совсем хладном, даже в полумертвом сердце? Теперь нечестивый не хочет иметь общения с людьми благочестивыми. Придет время, когда он пламенно восхотел бы сего, но будет уже поздно. Премудрость Соломона 5:3. Злой и коварный человек подобен углю, который, если не обожжет, то замарает. Удаляйся от черного сердца, как от угля. Когда он горяч, то жжет, а если остыл, марает нам руки. Не так дым и смрадное испарение ест глаза, как обращение со злыми уязвляет душу. Златоуст. Злой человек, когда сам себе враг, что может сделать и другим, как не зло же,
Лучше со зверями жить, нежели с злыми людьми, Златоуст. Злые люди больше вредят, нежели ядовитые змеи, потому что те откровенно носят яд свой, а эти тайно и нечувствительно заражают, он же. Как обхождение с добрыми, есть такая школа, в которой без книг обучается человек философии христианской, то есть честному житию. Так обращение со злыми, напротив, бывает виной крайнего развращения, Тихон Задонский. Обращаясь с худыми, и сам сделаешься худым. Как муха, летая около горящей свечи, легко обжигается, или как зеркало, если дохнет на него, дохнут, потемняется. Так обращающийся со злонравными повреждается и оскверняется. Воробей воробья заманивает в западню, и грешник подобного себе вовлекает в глубину зол, Ефрем Сирин. Как губка, поднесенная к чему-нибудь влажному, раздувается и избирает в себя влагу, так и человек, не твердый помыслом, если сближается или долго беседует с рассуждающим по-плотскому, вбирает в себя вред. Как дрянная вода делает ни к чему негожими самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей, добродетельных по жизни и нраву. Святой Антоний Великий. Как имеющий проказы заражает чистого, так обращение со злыми портит и развращает добрых людей. Святой Златоуст. Нет ничего легче, как перенять что-нибудь худое. Случается, что мы не в состоянии бываем последовать чьим-либо высоким добродетелям, но очень легко можем усвоить себе его недостатки. Блаженный Иероним. Как одна капля закваски может заквасить целую квашню, так и смертный грех, пребывая в одном человеке, заражает многих от него, отчего случается, что один нечестивый удобно совращает с пути истины многих добродетельных, между тем, как многие добродетельные не могут иногда отвлечь от зла и одного нечестивого. Такова уже немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым, между тем, как эти редко делаются добрыми. Златоуст. Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье. Григорий Богослов. Болезнь всегда легче сообщается, чем здоровье, так и в нравственном отношении. Болезни часто бывают эпидемические, а здоровье никогда. 17. О любви к ближним. Как печь без огня не может быть теплою, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может иметь любви к ближним. Враг Бога не может быть другом людей. В круге радиусы связываются в центре, и чем они ближе к нему, тем ближе друг к другу. По мере удаления от центра они делаются более и более далекими и разобщенными между собою. Так и люди. Чем дальше от Бога, тем дальше друг от друга. Возлюби единого Бога, и возлюбишь всех чад Божиих. Кто искренне любит Бога, тот не может не любить ближнего. Святые были как боголюбивы, так и человеколюбивы больше всех людей. Если любишь Бога, то надо любить и того, кого Бог любит, потому что, когда мы любим кого, то любим и того, кого любимый нами любит. Мы должны иметь братское сердце к нашим ближним, потому что Бог имеет сердце отеческое ко всем нам. Бог всячески печется о тебе и непрестанно. Не переставай же и ты пищись о ближнем твоем. Люби Бога в нем самом и во всех тех, которые носят на себе образ Его. Если мы любим Бога, то необходимо должны любить и образ Божий, человека. Уважай образ Божий в каждом человеке. Если ближний не достоин любви твоей, по твоему мнению, то достоин Бог, которого он есть раб и которого образ на себе носит. Достоин Христос, который кровь свою за него излиял, святой Тихон Задонский. Кто бы ни был ближний твой, за него Христос благоволил положить душу свою.
Для чего отказываешь в любви ближнему, когда Христос не отказывал ему в жизни своей? Тот не верует во Христа, кто не любит его. Тот не любит его, кто не любит ближнего своего. Господь любит всех нас, и мы должны любить всех. И самый ничтожный человек важнее всех прочих видимых тварей. Видя груду золотоносной земли, не знающий презрит ее, а знающий не презрит ради крупиц золота в ней заключенных. Подобно сему смотри на человека, представляющего неприятный вид необразованности, грубости, беспорядка, порока, невнимательный презрит его, а внимательный пожалеет, но не презрит, потому что и все неблагообразные глыби есть золото, существо человека, и особенно его душа. Не суди о человека по внешности, но узнавая внутренние его качества. Не по внешней судьбе, но по делам и жизни мы должны судить о достоинстве человека. Под худой одеждой часто скрывается благороднейшая душа. Иной живет в бедной хижине, но душа его, быть может, есть жилище Бога Триединого. Не то может унизить тебя, если окажешь любовь и почтение к ближнему твоему, хотя бы стоящему и на гораздо нижней тебя ступени ума, низшей, звания, состояния и нравственности, но то, если не окажешь. При виде несчастного опустим без внимания все, исключая его несчастье. Тот всегда нам ближний, кто нуждается в нашей помощи. Кто не помогает другому, потому что он иудей, турок или лютеранин, тот не христианин. Представляйте всегда ближнего на своем месте, а себя на месте ближнего. Учись терпение переносить чужие недостатки и слабости, какие бы ни были, потому что и у тебя есть много такого, что другие переносить должны, помаки писки. Не делай и не желай другому того, чего себе не желаешь. Больно тебе, когда смеются над тобою. Не насмехайся же над другим. Братья твои терпят тебя таким, каков ты. Терпи и ты их такими, каковы они. Чего не хочешь себе, того не делай другому. И чего себе от других желаешь, то прежде сам сделай другим. Тяжело тебе, когда никто не хочет разделять с тобою горе твоего. Спеши же делить горе ближнего твоего. Хочешь, чтобы тебя любили человеки? Люби человеков. Хочешь, чтобы тебе делали добро все без изъятия? Делай ты добро всем без изъятия. Приятно было бы тебе, если бы с тобой все обращались кротко и смиренно. Будь сам кроток и смирен перед всеми. Если хотим, чтобы нам верили, будем жить хорошо. Если хотим, чтобы нас любили, будем любить. Единственное средство заставить людей говорить о себе хорошо – делать им добро. Как магнит привлекает железо, так наша искренняя любовь привлекает к нам любовь ближних. И тому, которого ты знаешь недобрым для тебя, сделай возможное для тебя добро. Нужно быть справедливым ко всем, даже и к тем, которые не таковы в отношении к нам. Будем неумолимы к себе и снисходительны даже к тем, которые умеют прощать только себе самим. Плиний-младший. Истинная любовь имеет тот, кто и друга любит в Боге, и врага любит ради врага. Григорий Двоеслов. Нельзя, чтобы нас все любили, но нам всех любить очень можно. Можешь возлюбить всех, не переставая ненавидеть пороки. Люби грешников, но ненавидь дела их, святой Исаак Сирин. Справедливо ненавидеть злых злобу, но любить творение Божие, блаженный Августин. Учись подражать Аве Исааку, который говорил про себя: «Никогда я не вносил в келью мою помысла, неприязненного на брата, оскорбившего меня,
Равным образом я старался, чтобы и брат не внес в свою келью помысла неприязненного ко мне. Употребляя все усилия, чтобы никому не делать зла и иметь чистое сердце ко всем человекам. Не делай никому зла и ни о ком не мысли зла в сердце твоем. Если не хочешь терпеть зла, то не желай и делать зла. За последним непременно последует первое. «Если бы аще сеет человек, что сеет, то и пожнет» Галатам 6.7. «Кто мыслит сделать зло другому, тот сам терпит его прежде, нежели сделает». Не ищи своей пользы со вредом для других. Не может человек вредить ближнему, не вредя себе самому. Кто никому не делает ничего худого, тот ничего не может опасаться. Кто причиняет вред или наносит обиду другому, тот не имеет мудрости. Злоба сама себе вредит, Златоуст. Как червь, подтащивающий дерево, повреждает оное, так и злоба, питаемая в сердце человека, снедает оное. Кто человека оскорбит, того и Бог оскорбит. Не будем неправдами нашими навлекать на себя гнев правды Божией. Мы не должны питать ненависти к ближним из любви к нам самим. Кто не любит ненавидит брата своего, то есть всякого человека, в том и к Богу не может быть любви, того и Бог не любит, 1 Иоанна 4:20. Не имейте ненависти ни к кому из человеков, и Бог возлюбит вас. Недовольно удерживайся от зла, если не будешь делать и добро. Мало того, чтобы никому не вредить, а нужно еще стараться быть полезным для многих, Августин. Если ты не делаешь зла ближнему, этого мало. Не желая зла, делай ему добро, или ты уподобишься цветущему только, но бесплодному дереву. Не делайте другим того, чего бы вы не желали, чтобы вам делали. Исполнение этого правила составляет доброту. Делайте другим то, что вы желаете, чтобы вам делали. Вот добродетель. Любить ближних и делать им добро нужно не потому только, что это прямая заповедь божественного законодавства Ветхого и Нового Заветов. Левит 19.18, Матфея 22.37. Но и потому еще, что в этой любви и споспешествовании благу ближних заключается наше собственное благо. Польза каждого заключается в пользе ближнего, и польза ближнего в его пользе. Златоуст. Наливающий на руку свою елей, чтобы помазать слабого, сам прежде принимает ту котелея. Так и молящийся за брата и вообще заботящийся о пользе ближнего и делающий ему добро, прежде нежели принесет ему пользу, сам получает пользу. Кто себя только любит, о себе лишь заботится и думает, было бы ему только хорошо, а другие себе живут, как знают. Самый опасный враг наш. Самолюбие – самый опасный враг наш. Эгоизм. Первое звено длинной цепи всяких пороков. Если любовь есть пламень, то самолюбие есть самосожжение. Кто живет только для себя и ищет единственно собственных выгод, тот не может быть счастлив. Мы лишь тогда истинно живем для Бога, когда живем для других. Живи для других, если хочешь жить для себя, Сенека. Сам Бог общителен, ибо создал разумные твари, которым бы мог открывать свои совершенства. Кто думает только о себе, когда фортуна благоприятствует ему, в несчастье не имеет друзей. Каждый должен предпочитать себе всех, Василий Великий. Долг всех и благо всякому, жить для всех. Наша дружба пусть принадлежит людям добрым. Наше уважение благочестивым. Наша ближайшая и первейшая забота родным, наша любовь всем, наша помощь нуждающимся. Истинно добрый человек забывает свои печали в чужих печалях и радости свои в радостях себе подобных. Не говори о своем счастье с человеком, который гораздо несчастнее тебя, Плутарх.
Не отрекись принять жертву справедливости и свое спокойствие, выгоды, а иногда благоволение многих сильных, чтобы спасти одного бессильного. Кто может помочь утопающему и не поможет, тот потопляет его. Тот не спасет себя, кто не хочет поспешествовать в спасении других. Если не можешь оказать помощи несчастному, то хотя сострадание окажи ему. Сострадание и несчастье человека есть тоже для сердца, что роса для растений. Ава Агафон говорил, если бы возможно было мне взять тело у кого-либо из прокаженных и передать ему мое, то сделал это здесь было бы для меня наслаждением. Такова совершенная любовь. Истинная любовь всегда расположена более сделать, нежели сколько делает, или даже сколько может сделать. Долг любви — это такого рода долг, что непрестанно уплачивается, но никогда не выплачивается. Тот много делает, кто много любит. Много делает, кто хорошо делает. Хорошо делает тот, кто общему благу более, чем своей воле служит. Тома Кемпийски. Люби более всех и всего Бога. После Бога любовь к ближнему уравнивай с любовью к самому себе. А если хочешь совершенства, то последнее приноси в жертву первое. И земное счастье, какое ты приобретешь себе вследствие сего, будет для тебя началом и залогом твоего вечного блаженства на небе. Не будь самолюбив, и будешь боголюбив. Не будь самоугодник, и будешь братолюбив. Святой Максим Исповедник. 18. Благотворение или милостыня. Как богатеет мир бедствиями и скорбями, надобно, чтобы не меньше богатели чада Божие чувствованиями и делами милосердия. Хорошо, если у тебя не каменное сердце, но нехорошо, если у тебя сухая и скорченная рука, не простирающаяся и не отверзающаяся для нищего. Человек, который может оказать помощь и сделать добро, но не оказывает и не делает, есть жалкое и вместе недостойное существо. Не уделять бедным из того, что остается сверх ваших нужд, значит похищать чужое добро. Августин. Богу угодно, чтобы на земле было много несчастных, чтобы они спаслись своим терпением, а ты своим милосердием. Богатые доставляют бедным средства к пропитанию, а бедные средства к их спасению. Без детства можно войти в Царство Небесное, но без милостыни нельзя. Невозможно, решительно невозможно без милостыни достигнуть даже только врат Царствия Небесного. Златоуст. Без милостыни и молитва бесплодна. Он же. Милостив Бог и преклоняется естественным милосердием на молитву, но на молитву милостивых же. С какой надеждой будешь молиться Богу, когда сам не слушаешь молитвы подобных тебе людей? Как будешь просить с прочими в церкви, подай, Господи, когда сам не подаешь нищим, а можешь подать? Какими устами скажешь, услыши меня, Господи, когда сам не слышишь бедного, или вернее, в бедном самого Христа, вопиющего к тебе? Каким упованием прострешь руки свои к Создателю своему, когда сам, подобного себе, простирающего руки, отвращаешься? Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. Презрел ты бедного, презрит ты тебя тот, кто обнищал ради его. Не отворил ты толкущему. Не отворится и тебе дверь Царствия Божия, не услышал ты стона скорбящего, не услышится вопль и твоей молитвы. Каждая слеза бедного, которая подарит тебя благодарность, будет сиять для тебя за гробом алмазом бесценным,
каждая слеза, которую заставит его пролить твоя холодность к нему и жестокосердие, упадет на душу твою каплей огненной перед престолом Бога. Милости Божией ищи себе, милостями к ближним. Бог даст, говорят некоторые, просящим у них милостыню. Неразумно поступаешь, если так поступаешь с бедствующим братом. Нищего посылает к тебе Бог, а ты обратно отсылаешь его к Богу. Бог даст. Бог-то даст, непременно даст. Да ты-то дай. Он подаст нищим. Но подаст ли он тебе свою милость, которая ты несравненно более нуждаешься, чем нищий в твоей милостыне? Человек нищий и нуждающийся снабжается от Бога, потому что Бог никого не оставляет. Но ты, отослав от себя убогого, уклонился от чести, данной тебе Богом, и удалил от себя благодать его. Исаак Сирин. Возлюби нищих, чтобы через них и тебе улучшить милость, улучшить милость от Бога. Снабжай бедных, а они умилостивят к нам судью. Нил Синайский. Я не помню, видел ли я в жизни хоть одного благотворительного человека, который умер бы несчастной смертью. И как он может иметь несчастную кончину, когда у него столько посредников, молящихся об его спасении? Блаженный Иероним. Возливай елей любви и благотворительности на ближних своих, и угасишь пламень гиенский, готовый поясти грешника. Спасай других, если хочешь спасти себя. Давай временное счастье ближним, если хочешь насладиться счастьем вечным. Уделяй земные блага другим, если хочешь вкушать благо небесное. Милость к нам Божия, когда нам открывается случай оказать милость другим. Не величайше ли к нам милость со стороны Бога, что всем нам позволено искуплять грехи наши милостынями? Вода имеет свойство отмывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать нечистоты душевные. Златоуст. Идите и наследуйте Царствие Божие, скажет Господь милостивым. Не потому, что вы не согрешили, а потому, что милостынями очистили грехи свои. Августин. Немаловажно лекарство милостыни, его можно прилагать ко всем ранам. Бальзам, изливаемый нами на изъязвленное сердце ближнего, подкрепляет и наше собственное. Благотворя другим, мы и себе благотворим. Дешевые цены и благотворение человеком мы можем приобретать бесценное Царствие Божие. Слепец милуемый, добрый вождь Царства Небесное. Ты даешь деньги нищим, а они дают тебе дерзновение перед Богом. Блажен, кто может сказать со святым Григорием Ниским: «Господи, твори со мной то, что я творил другим». О, бедные странники земли! Куда же идем мы, если не идем путем милосердия христианского к милосердию Христову? Рука, благотворящая ближнему, отверзает руку благости Божией. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Милостыню ты подаешь нищему, а приемлет ее Христос. Златоуст. Рука бедного есть сокровищница Христова. Что получает нищий, то получает Христос. Златоуст. Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на небе. Григорий Двоеслов. Будем творить милостыню, чтобы обратно получить ее от Бога, святой Василий Великий. Не скупись подавать просящим и не отвращайся того, во имя кого просят у тебя. Смотри не на трату денег, но на выгоду сей траты. Как хлебное зерно, упав на землю, обращается в прибыль бросившего, так хлеб, повергаемый алчущему, впоследствии приносит стократную пользу, Василий Великий. Давай тому, кто все даст тебе, и получишь от него во сто раз больше. Кто милует нищего, тот попечителем о себе и имеет Бога, Исаак Сирин.
Не бойся обеднять, подавая милостыню. Кто служит Богу и бедным, тот беден никогда не будет. Рука дающего не оскудеет. Не от щедрого раздавания милостыни многие богатые разоряются и приходят в бедность, а от того, что, жалея малого для бедных, не жалеют ничего для своих прихотей. Уже ли истощится твое богатство, если ты подашь милостыню? Оно не только не истощится, но к нему присовокупятся и блага небесные. Златоуст. Благотвори видимому требующему и верь невидимому приемлющему. Прославьте благодетельствующие на земли, благодетельствующего с небеси, благодетельствующего вами, чтобы благодетельствовать вам. Люби сладостные удовольствия делать других счастливыми и помогать бедным, особенно добрым и честным. Это удовольствие есть одно из райских. Сам Спаситель сказал: «Блаженны вы, когда блаженнее давать, нежели брать». Деяние 20:35. «Счастлив в жизни тот, кто имеет средства делать других счастливыми». «Великое дело человек и драгоценное человек милостивый». Златоуст. «Ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение». Ава Евагрий. Нет почти ни одного бедного, который мог бы по праву уклоняться от исполнения долга милостыни. Святой Григорий Богослов. Ты можешь благотворить, хотя бы ты был весьма беден, беднее даже тех, которые у тебя просят. Сила милостыни не в том, чтобы дать много или мало, а в том, чтобы дать не меньше, чем сколько можешь. Златоуст. Малую деньгу, бессонную перед Богом, делает благочестивое усердие. Если имеешь много, подавай много. Если имеешь мало, охотно разделяй с бедным малое. И от милостыни подавай другим милостыню. Будь по мере своих сил и состояния благотворителен. И нищий нищему может помогать. Благотворительность в средствах и способах неистощима. Бедные могут просить за других бедных, разделять с ними свой хлеб, трудиться за них, помогать даже зажиточным в болезни, нужде, преследованиях. Не тот искренний милосерд, кто дает от своих избытков, но тот, кто лишает себя и нужного в пользу бедных. Блажен Августин. Блажен, кто еще постится для того, чтобы питать бедного. Если сам не можешь помочь брату, у Бога проси ему помощи. Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с христианским чувством милосердия. Святой Златоуст. Дело благотворения, сделанное без рассудительного и усердного сердечного участия в бедствующем, есть тело без души. Если дашь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрыми словами утешь скорбь его. Исаак Сирин. Только с милостью, та милостыня истина, которая подается с радостью. Святой Златоуст. Давать охотно значит больше, чем давать много. Блажен Августин. Если ты подаешь хлеб с печальным сердцем, то ты потерял и хлеб, и награду. Златоуст. Предупреждать нужду значит вдвойне благодетельствовать. Не допусти, чтобы твоя любовь к ближнему была короче его несчастья. Продолжи твою милость земную, да продолжится к тебе милость небесная. Подавайте милостыню всем, кто просит ради Христа, без излишнего и не всегда верного разбора, под опасением, чтобы тот, кому откажете в подаянии, не был сам Христос. Гораздо лучше для достойных простирать руку и недостойным, нежели из опасения встретиться с недостойными, лишить благодеяния и достойных. Святой Григорий Богослов.